Автомобильное общество Железноводска приветствует вас. С видом на Эльбрус не получится. Он сегодня затянутый в дымке, причем с утра. Поэтому, увы, зато он ветрюган поднялся со стороны Железноводска. Блин, сдувает. Гора Медовая, Железная, Змейка, Бык-гора, Верблюд. Вот эти горы мы видели, когда с Тиберды ехали, вот там проезжали. Тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин... Сань, ты просил поближе к Эльбрусу, вот сделать тебе поближе. Оттуда 90 километров, отсюда всего 30. Там высота 800, здесь 2100. 2200, да, 51. Вот. Та-дам! Та-дам! Но интернета нет, музыку не включим. Я вокруг, а? Так, обведи. Попра. Вот туда, туда, туда. Эй, туда. И, ого, туда прямо это. И туда. Там уж бы кинуть. Это все равно камера не передает. Короче, высоко, очень высоко. Очень. Это П. Прекрасно. А? Это П. Пиздит. Ну или так. Пацаны, вам привет от двух лиц. От Остапчика. Привет. А ты как умеешь? Идем на хребет, тут листочки практически не шевелятся, воздух вообще не движется. Вот через 10 метров будет очень сильный ветер, будет сдувать со стороны Железноводска. А я пойду вот туда, на вершину. Андрюха, ты вчера спалил всю контору, что я на пик не поднялся. Теперь из-за тебя придется идти вот сюда. На самом деле вот эта вершина горы Острая. Ну какой же ты кюмер кантильный, а? Ветер такой молодой и юный. А, да, и Ленин. И юный октябрь впереди. Тын-тын-тын-тын-тын.